типа в интернете такая байка была, что тут в лагерь типа пожар был. Страшного пожара в летнем лагере. Поджег лагерь и потом жизнь с собой покончил. Все случилось ночью. Палатки, в которых спали дети, вспыхнули мгновенно. Друзья, в интернете можно найти очень много страшных историй про лагеря, но я во все это не верю. Я считаю, что это все выдумки людей просто для того, чтобы пугать людей и создавать атмосферу. Никаких призраков, ничего мистического не существует. Это все ерунда. Есть страшное зло, которое творят живые существа. Но чего-то мистического не существует. Страшного пожара в лагере. Это вот такое начало пути, то есть... Заброшенный пионерский лагерь. И кладбище с левой стороны. Вот там вот кладбище находится. Короче, мы не знаем пока, как зайти лучше. Ищем обходы, потому что нужно зайти максимально дальше от входа, от главных ворот, потому что на главных воротах охранник находится. Конечно, надеяться будем, что он спит. Вот. Сейчас попробуем обойти с другой немного стороны. Слышь, собака? Потом мне кажется, справа. Потом эхом отдается, и другие собаки подхватывают. Серьезно, сначала там что-то. Нет, это там. Ну, смотри. Ну, что делать? Можно залазить. Пойдем, иди сюда. Видимо, потому что здесь залазили ноги, из-за этого сделали колючую проволоку. Ну, животное какое-то двигается. Обязательно на бутылку был залезть. Влево, влево.
ложишься и опускаешься сюда. О них не надо. Октябрята — будущие пионеры, тех, кто любит труд. Братьям зовут октябрята, смелые, умелые и так далее. Пойдем дальше. Смотри, как это выглядит. Максимально. Прикинь, там сейчас кто-то появился бы. Это дверь такая. Да. А она наполовину как будто в земле, слышишь? Посмотрю. Да, я пройду, посмотрю. Аккуратно, под ногами стекло. День грядущий. Так, там телевизоры какие-то валяются. Три похлёбки. Сейчас давно никого нет. Че это такое? Тарам. Как будто, знаешь, крик такой. Не, серьезно, бля, без шуток. Без шуток. Я тоже слышу эти кто. Или эта машина так проехала? Охереть.
жалюзи там есть. Ты чё пугаешь, блядь? Я подумал, ты с кем-то разговаривать не начал. Она трухлявая, чуть не провалилась. Ты видел, там, короче, идет реально углубление какое-то, и она трухлявая начала проваливаться. Да, я видел. Это смешно завершено. Друзья, короче, вот здесь начинается такой мостик, и чтобы вы понимали, вот глубина. И там какая-то болотистая жидкость. Ладно, пойдем. Я туда заглядывать не буду, потому что вот эта вот конструкция, ну, как-то не... Все, уходит, не вызывает у меня доверия. Слушай, здание очень странное. Если сам проблем. Очень странное. Вот, смотри, тут тоже перелезть можно. Вот, смотри, дверь. Да. Но мы туда не пойдем. Почему? Оно такое здание странное, что ты не понял? Типа оно... Его недавно построили. Я вижу, как будет. Я просто не понимаю, для чего его построили. Вот это здание, понимаешь, для чего построили? Нет, оно тоже не старое, по нему же видно. Не старое здание. Я увидел, как куда оно построили. И вон еще одно здание, если вы видите вдалеке. Я могу сказать это. Охранник этот работает. Это мужик вообще без страха. Потому что здесь... Он, мне кажется, сам очкует сюда идти вообще что-то смотреть. Предложили тут работать, я бы никогда не согласился. И вредим мы вдвоем, но страшно. Это капли капают. С этого здания капает внутри. Это капли. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. А что с окнами? Это вот закрыто, что, типа окна нет, да? То есть это все-таки заброшенное. Ты видишь? Бля, это будка собаки. Вот. Почему она не ходит? А вот это будка собаки же? Да. Может, ее просто тут уже нету? Пойдем, у нас времени нет, сейчас скоро, наверное, этот охранник уже к нам подойдет. Тебя реально смущает, что это собака? Да не факт, я она... Человек, ну с собакой-то ты никак не договоришься. Она выбежит, она бы уже выбежала. Эту стрелу. Собаку отойти куда-то, они блуждают. Я предлагаю по прямой, там будет еще одна дорожка, и налево в середине пойти. Пойдем. Стой. Что это, мне кажется? Это так как-то странно, видишь, там стекли серые. Ты видишь, что там? Ты это видишь? Я не хочу знать. Ёж твой клёш. Иди сюда, Тимьян. Нафиг ты назад смотришь? Что-что, но темноты я всегда больше всего боялся. Темноты я всегда больше всего боялся, а ты мне... Ё-моё, по-братски убери это все. Офигеть. Ты посмотри на это. Хотел бы вам, друзья, передать ощущение, которое тут происходит. Ну вот это вот видишь, это... Вообще, я не да, понимаю. Они и так эту ночью будут смотреть, они и так учатся. Это просто мандраж по тебе дает. Просто как это выглядит. Это встреча, сука. Видишь? По карте мы вообще прошли, я не знаю, какую часть, мы очень медленно идем. Посмотри, тут перекрыто палками почему-то. Что же за звук как будто был? Да, смотри, закрыто. Больше всего на
самом деле страшно не то, что охрана придет, потому что она скажет, а именно, что будет собака, которая сейчас может из любого здания выбежать и укусить. Смотри, как там все зеленым протрухлявилось. Какой пойдем, на правый или на левый? Да, вообще подняться можно? Ну, давай налево. А если мы... Что? Ступеньки бетонные, вроде не должны, я понял. Стой, куда ты первым идешь? Я первым иду. Да, я первым пойду. Это надо убрать. Вам перешать. У меня самое фигово, что камера. Да, конечно. Не упадет? Там все как-то, не знаю, не понять. Не исключено. Не исключено. Лампа. А смотри, как там лавочка выглядит в конце. Мой SP-1 пошел еще. Тут вот закрыли, можно залазить. А, смотри, там как будто как в обители зла. Закрыли этот. Дверь. Видишь? Там еще один рисунок. Тут, видишь, дверь закрыли этим лавочкой. Придвинули. Что там за одежда лежит? Чтобы люди не выходили. Да, убери свое освещение, убери свое. Приблизь. Видишь? Может, бомжи живут. Я вижу. Главное, на них не надо. Прикольно, что там это... Не прикольно, что там подушка, вот это все лежит. Вот здесь все остальное. Там на полу лежат подушки. Это пара вещей материал. Заходящий в этот дом, знай, Господь велик, все люди его. Слышно писать? Слышно писать? Слышно писать? Пойдем дальше. Ой, что там за одежда лежит? О, да убери свое освещение, убери свое. Приблизь. Вон, смотри, мокрое. Недавно только мокрое. Там на полу лежат подушки, такой различный материал, вот, на котором такое ощущение, что люди спят. Миша сказал, что это предполагает, что просто бездомные люди. Реально там кто-то живет. Жутковато, конечно, осознавать. Что где мы ходим? Там, где мы ходим, сейчас в зданиях находятся люди, скорее всего. Тут же могут, ты сказал, бездомные, да, быть? И не знаешь, что от них ожидать. Быстрее пойдем. Чё здесь?
Вон тут дверь, Демьян, зайди, да и все. Сходи, я пока тут постою. Просто посмотри, что там. Вовнутрь? Ну, засними, да, для кадра. Она закрыта, как я выйду. Мы туда не пойдем, потому что там бессмысленно. Вон тут дверь, Демьян. Она закрыта, дверь. Ни капли не страшно. Угу, по тебе видно. Жесть. И за Молли чуть не убежал. Нет, она не закрыла. Она стульчиком приперта, смотри. Красиво, смотри. Вообще ни капли не страшно. Жесть. Да, ты что за хрень летает? Снова она в меня ударилась. Да большая фигня. Ты задолбал для меня. Ладно, пойдем. Не рискнем там лазить. Что за звук? Там же тихо. Ну, это вот поворот. Мы дошли до края, дорога завернулась. Здесь карта будет в ролике показывать, что все, мы завернули. Там такие же корпуса для отрядов. А чего такой густой лес? Не знаю. Слышь? Чё? Воняет это гнилью, как будто кто-то сгнил. Предлагаю обратно пойти по тропинке вот этой, по левой стороне. В смысле туда? А? А? Да вижу я все. Таблетки какие-то. Куча. Вот какие-то наркоманы были. Офигеть. Там, смотри, второй этаж в этом доме. Вот это все поломано, смотри. Это медпункт. Смотри. Это не раны обрабатывать, там клей стоит какой-то для наркоманов. Но мы там не сможем даже, вот смотри, в любом случае, видишь, второй этаж, он прям весь протрухлявился. То есть развалится все нафиг. Пойдем. Не опасно, упадет. Ну, понятно, делать мы здесь еще пойдем, травмируемся, хоть это и медпункт. Что за хрень была, что за звук? Эти животные, всякие сверчки, вся херня, прям как будто кто-то ходит, то есть... Как будто кто-то шагнул, серьезно. Иди в туалет сходи, Демьян, а тут подожду. Тебе надо, ты сейчас испугался.
Мальчик спит. На месте ты представил его на своем месте. Да. Себя на его месте представил. Пойдем, вылезем отсюда. Ёбать, ты что такое? Что это такое? Мне кажется, или это как будто человек какой-то из палочек. Это максимально крипово выглядит. И там еще каждое окно, как будто за тобой кто-то смотрит. Чтобы, знаешь, типа с просони каких-нибудь глупостей не надел. Ну, да, я и говорю. Ближе куда? Вот камни. Че ты ушел? А вот кто-то камни положил. Вот тут давай. Тут то же самое, иди сюда. Тут специально камни положили. Иди сюда. Ой, Демьян, иди сюда. Специально. Что такое? Не переводи. Ясно. Они еще остановились, посмотрели на меня. Прыгай, как я. Тебя это понятно, девочка. Смотри, как я упал там жестко. Такой ты весь грязный. Я отвечаю, думал, может, он проснулся, нас услышал. Да, я тоже так подумал. В любом случае, получилось атмосферно, мы получили кучу эмоций. Пишите свое мнение в комментариях, подмечайте какие-то моменты, где вы что-то заметили интересное, возможно. Поддержите лайками, давайте наберем 50, там, может, 40 тысяч лайков. Пишите свои варианты в комментарии мест, куда также можно сходить. Поддержите лайком, если вам реально было интересно смотреть ночью в наушничках это видео, и вы получили столько же эмоций, сколько мы с Демьяном получали там и мурашки, и какались кирпичами в некоторых моментах, особенно в самом начале. Но момент, когда мы вышли, и охранник спал, это просто как будто, я не знаю, как в фильмах каких-то. 2 часа ночи. Все, а теперь пойдем кушать. Я голодный. Давай. Что там будет?